Всем привет! Следующий гайд по подземелью под названием «Затерянная долина» находится в Лиюе в разломе. Это одно, кстати, подземелье, которое находится именно там. Да, здесь можно фармить у нас интересные артефакты. Они действительно интересны, если вы обратите внимание и почитаете внимательно, вы поймете, почему я их называю интересными. Потому что я особенно люблю физурон и криты. Ну, короче, вы разберетесь и поймете. Давайте начнем. Затерянная долина, в принципе, уже понятно, где находится. Осталось только пройти. Что здесь требуется? Основные, ну, на 90 уровне, конечно же, точнее, на последнем уровне сложности мы будем проходить. Рекомендую уровень отряда 90. Требуется здесь 4 вида, соответственно, элементов. Это пира, электро, гео и анема. Ну, у меня, соответственно, в пачке всего лишь две стихии из данных перечисленных, поэтому я думаю, в принципе, справимся и так. Но мне комфортно проходить, по крайней мере, этой пачкой. Ну, давайте посмотрим, насколько это будет серьезно и опасно. Так, ладно, давайте с яй опять начнем. О! Подождите, я вообще этого не помню, неужели я не проходил ни разу? А? Нет, так убить не можешь, ты серьезно? Вы серьезно? Так, ладно, ну, теперь я начинаю понимать, почему именно сюда поставили именно эти элементы. Ладно, давайте от большого сначала избавимся, с учетом того, что я уже ульту запустил. 0 из 3, ребят, 6 минут для того, чтобы пройти данное испытание. Ой, сейчас будет больно, я чувствую, да? Ладно, еле-еле пережили это. Ну, в принципе, на самом деле, довольно быстро все это уходит. Так, это все. Минус двое. Сразу же отлетели минус двое. Ну ладно, я, в принципе, тоже могу сделать. Так, за минуту успею, не успею, как вы думаете? О, не успел, да? А, чуть-чуть не успел. Ладно. В принципе, мне было интересно. Так, минуты 17. Нет, чуть больше. Получается, нужно было сколько там? 6,5 минут дается, что ли? Может быть, чуть больше 6 минут, тем не менее. А, нет, ну 6, скорее всего, да. Точно. Пока я бежал, время шло. Воу, первого скрытого сияния, предмет увеличивает силу атаки, ребят, это прекрасно. Ну, на этом, в принципе, мини-гайд завершен. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик. Естественно, смотрите видео до конца и подписывайтесь на канал FZN и Рутюб, ссылочка в описании к этому видео. Увидимся в следующих видео, ребят, пока-пока.